Крызитюре. Привет всем! На видео вы видите мою коллекцию книг Стивена Кинга от серии Z до темной серии. Вообще в моей коллекции есть книги серии Z темной серии «Мир мистики», 4 книги на украинском языке и последняя книга из серии цикла «Темной башни» из серии «Король на все времена». Мне больше нравится темная серия. Как вы видите, у меня есть роман «Жребий в мягком переплете», роман «Почти как Бьюик», роман «Бегущий человек», Кинг говорит, что написал его за неделю, роман «Регуляторы», самое необходимое или необходимые вещи зависит от перевода, роман «Буря столетия», «Талисман», роман «Как писать книги», «Кладбище домашних животных», «Лан-вольеры» и «Худеющие в одной книге», «Мертвая зона» и «Глаза дракона» в одной книге, «Мизери», «Солнечный пес», «Сборник сердца в Атлантиде», книга «Ночная смена», в которой находится роман «Темная». «Половина», «Ловец снов», «Дюмаки», сборник «Ночная смена» вместе с романом «Керри», «История Лизи», сборник «Все предельно», роман «Черный дом», продолжение романа «Талисман», на украинском языке роман 11-22-63, роман «Оно» на украинском «Большой кирпичик», роман «Страна радости» на украинском «Зеленая миля», «Дорожные работы», «Безнадега», «Сияние», сборник «Команда скелетов», роман «Телефон», книга под названием «Темная башня внутри», которой два ее первых произведения, такие как «Стрелок», «Извлечение троих», далее продолжение цикла «Темной башни». У меня есть почти все книги из этого цикла. Все книги, кроме «Ветер сквозь замочную скважину», такие как «Бесплодные земли», «Колдун» и «Кристалл», «Водки калий», «Песнь Сьюзанны» и завершающая книга цикла под названием «Темная башня». Также есть еще книга «Чужак». И книга на украинском «Под куполом. Точка». Также в этом видео назову вам свой личный топ книг Кинга. В него входят «Мизери», 11-22-63, «Дюмаки», «Сияние», «Оно. Как писать». Книги «Зеленая миля», «Страна радости», «Самое необходимое», «Возрождение», «Кладбище домашних животных», «Мистер Мерседес. Трилогия», «Цикл темной башни». Спасибо за просмотр, ставь лайк и подписывайся. Не пропускай интересный контент.